Всем привет, ребята! Сегодня я вам покажу очередной очень топовый баг на много опыта в Fortnite. Данный баг дает довольно-таки неплохого опыта. Поэтому, как обычно, прошу вас перед началом ролика подписаться на мой канал, поставить лайк на это видео, оставить комментарий и поставить колокольчик. Также хочу напомнить, что у нас еще проходит розыгрыш на один боевой пропуск в Fortnite. До розыгрыша остается уже чуть меньше 2 дней, поэтому скорее участвуйте, ссылочка в описании. Заходим на данную карту, куда устрою, как обычно, в описании или в комментарии под видео. С вами поставим частную игру и заходим. Также еще напомню, что все бои используем без лимита на опыт. Лимит на опыт — это определенное количество опыта, которое вы можете заработать раз в 4 часа. И лимит равен 200 тысячам опыта, и обновляется он, как обычно, в 4 часа по московскому времени с выходом новых ежедневных заданий. Так, когда зашли, нажимаем начать игру. Теперь, когда началась игра, идем вот в это место, где у нас будка находится. И забираемся на нее. Вот у нас есть такой эффект. Юзаем любую эмоцию. У нас телепортируют в другую локацию. Здесь идем вот сюда, где у нас вот такой вот алмаз. Именно вот здесь, где у нас камера. Вот. Забираемся на него. Смотрим вверх. И здесь будет кнопочка с опытом. Нажимаем. Итого мы заработали 8000 опыта. Опять идем к будочке и юзаем любую эмоцию. Теперь здесь идем вот сюда, где у нас камера. Сейчас давайте туда заберемся, так будет удобнее, думаю. Здесь у нас вот в камере будет кнопка с опытом, нажимаем. И заработали мы еще целых 8000 опыта. Теперь идем вниз. Здесь берем любую пушку, садимся и управляем. И просто катим ее вниз, даже как на видео. И вот сюда заезжаем. И вот здесь вот в данном углу будет кнопочка с опытом. Нажимаем. В общем, это были 3 простых балла на данной карте. Не забываем про розыгрыш, ссылочка в описании. Ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем удачи и до следующего видео с багами на опыт. Всем пока.